Привет, я сейчас приехала на Донуслав. Я хочу снимать заброшенный трейлер. Он был закрыт очень много лет. Сейчас его открыли. Куча всяких старых вещей. Подушки всякие. Это все очень старое. Очень интересно. Стаканы, какие-то банки. Тут закрыто. А сейчас я вам покажу заброшенную часовню. Здесь находится очень много старинных икон. Мы сейчас уже переместились, и вот залив сейчас я покажу. Вот, очень прикольно. Я сейчас даже подойду, покажу вам поближе. Вот пас я буду чуть-чуть попозже, наверное. А может быть и сейчас. Но снимать я это, соответственно, не буду. Вода не такая прям теплая, в общем, освежающая. Но купаться можно. Я, например, могу купаться в такой воде. Сейчас мы пойдем забирать мидии. Я просто очень хочу поесть. Ну, я уже вообще подоела, но мидии мне прям очень хочется. Если что, то я буду есть сырые мидии, да. А не как устрицы. Они даже вкуснее устриц. Вот у устриц у них очень красивая вот эта вот ракушка. А у мидии она не такая. И мидии, конечно, поменьше. Но они слаще и намного вкуснее, чем устрицы. Но я не знаю, это мое мнение. А сейчас мы с вами будем любоваться этими прекрасными моржиками. Ну, посмотрите на них, какие они милашки. Внимание, сейчас меня поцелует настоящий морж. Смотрите очень внимательно. Смотрите, это пеликанчики. Смотрите, сколько их много. Еще тут лимончик. Итак, сейчас я вас научу, как правильно есть мидии.
Для этого вам нужно взять мидию, желательно большую, но она как-то небольшая. Поэтому нужно побольше. Берем лимончик и вот так вот делаем. На этом наш блог уже подходит к концу. Я надеюсь, что вам он очень-очень сильно понравился. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, если вам нравятся подобные блоги, которые я снимаю на своем канале. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!